Здравствуйте, Вика. А могли бы вы нас поженить еще раз? В смысле еще раз? Тогда еще раз вдох. Ты будешь мне делать предложение когда-нибудь? Есть, вот какое к тебе предложение. Кредитное. Не кредитное. Ты же только прилетел. Женщина, вы кто? Блин, что-то тут не то, девочки. Мне вообще кажется, что это не он. Ну как не он, если это он, твой Миша? Мне кажется, единственное объяснение того, что происходит, это то, что Мишу перепутали с этим. Надо как-то помочь Дашке. Надо найти ее настоящего Мишу. Папа! Куда? Тебя я сам себе ревную. Да просто мы с тобой. Да просто мы с тобой кайфуем. Ну что там? Теперь Миша пропал. А вместо него двойник. Хорошо, не тройник.